К другим темам. Во всех районах Твери завершается ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время на 68 из 70 объектов работы полностью завершены. Качество выполненного ремонта проверяют специальные комиссии. Работы на 68 объектах ремонта во всех районах города завершены на 100%. Капремонт еще 4 автомобильных дорог общей протяженностью 4 километра 300 метров выполнен на 85%. Полностью завершены работы на улице 1 Головинский вал и проезде у областного роддома в Южном. Еще на одном объекте в микрорайоне Юность расширили проезжую часть и построили тротуары. В данный момент находимся на объекте проезд от улицы Седова в сторону городской детской поликлиники номер 3. Подрядчиком в данный момент осуществляется с использованием буровой установки отбор кернов для определения качественных и количественных показателей смеси. Количество и точки отбора проб определяются в соответствии с нормативными документами и государственными стандартами. Затем образцы направляются на анализ сразу в несколько независимых лабораторий. По результатам отбора кернов комиссии будут на месте определены сыпные качества верхнего и нижнего слоя асфальтобетона, а также определена толщина асфальтобетонного покрытия. В течение 2-3 суток заказчику и контролирующим организациям передаются заключения, соответствуют ли характеристики уложенного покрытия установленным требованиям. Если это не так, все недостатки подрядчик устранит за свой счет. Напомним, что в текущем году в Твери в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 70 объектах уличной дорожной сети протяженностью более 61,5 километра.